Межрайонный праздник, посвященный будущим защитникам Родины. Речь о дне призывника, который проходит два раза в год во время весеннего и осеннего призывов в армию. Торжественное мероприятие традиционно началось около мемориала воинам Афганистана и Чечни. Мы рады видеть вас сегодня здесь, готовыми к военной службе. Вам сегодня скажут много добрых слов и ветераны военной службы, и матери, и священнослужители. Я хочу сказать, что Слободская земля всегда славилась отличными воинами. Праздник продолжился в зале городской администрации. Слободским юношам, для которых закончилось детство и началась взрослая жизнь, земляки пожелали успешной службы и скорейшего возвращения домой. Вы становитесь защитниками своего отечества. Скоро вам будет доверена боевая техника, российское оружие. А самое главное, вам будет доверена независимость, безопасность нашей страны, нашей великой России. Настоящий мужчина должен обязательно пройти службу в армии, которые себя уважают, уважают своих родных и близких, чтобы впоследствии честно и добросовестно смотреть в глаза своим друзьям, знакомым и близким. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий лавин. Не грусти, несмотря ни на что, и вашему дому, и тут будет все хорошо. 19-летний Вадим Баталов – призывник из Первомайского. К службе в армии относится ответственно, но с позитивом. Что ты вообще уже знаешь об армии? Как там что происходит, от друзей в интернете смотрел. Как ты думаешь, год для тебя легко пройдет или будет трудно? Думаю, легко. Кто тебя будет ждать? Мама, семья, бабушка, дедушка, там сестра, брат. Что пожелаешь своим сослуживцам? Легкой и быстрой службы. Важный и ответственный момент. Всего в армию в этом году призывается 134,5 тысячи россиян. Из слободского города и района служить отправится 88 человек. Слобожан заверили, проходить срочную службу они будут только на территории нашей страны. Участие в специальной военной операции на Украине исключено. Заиграло солнце в лужах весной, замаячило числом в календарике. Потеряла юность чья-то покой и потянулась с пополнением в армию. А на пункте призывном пацаны, и для мамок нету в мире ближе чадушек, им служить лишь от весны до весны. А вот девчонок даже это не радует, полетят монетки вслед на перрон. Перезвоном отзовутся по прошлому, и не сдержавшись, покатилась слеза по щеке и прямо вниз, ну как горошина.